Наш адмирал, так в городе пушкинские ветераны называют Бориса Клюева. До этого года он был председателем Совета ветеранов микрорайона Мамонтовка. Борис Клюев – это человек с активной жизненной позицией, который всегда занимался общественной деятельностью. И в этом году его выбрали председателем Совета ветеранов округа. 3 марта состоялось торжественное вступление Бориса Клюева в должность. Ранее организацию возглавляла Альвина Борисова. Из Совета она не уйдет, останется председателем первички в поселке Челюскинский. Основная причина, конечно, это то, что я перенесла коронавирус. Я не чувствовала в себе сил. Вот мне было настолько плохо, я так себя плохо чувствовала, что я понимала, что работать с полной отдачей я уже просто не смогу. А работать абы как я не умею. Поэтому вот мне пришлось как бы искать себе замену. И я думаю, что я, в общем-то, в надежные руки отдаю свою команду. Главное, что у меня очень сильная команда. Очень сильная. Их не надо ни подталкивать, их не надо понукать. Они все сделают так, как нужно. Борис Клюев родился и вырос в Тверской области. После окончания школы был призван на флот, попал в Кронштадт на первую атомную подводную лодку. И это, по его словам, была судьба. Затем учеба в военно-морском училище, распределение на краснознаменный Балтийский флот и участие в 1971 году в морском походе к берегам Египта, после которого Бориса Клюева наградили медалью за боевые заслуги. На военно-морском флоте Борис Клюев прослужил 30 лет. На сегодняшний день, я думаю, вы совершенно серьезно и грамотно возглавите нашу, так сказать, общую общественную организацию ветеранов. Мы, в свою очередь, всегда помогаем, вместе сотрудничаем. Успехов вам в нашем общем деле. Мамонтовская первичка, которую раньше возглавлял Борис Клюев, считается одной из лучших в Пушкинском совете ветеранов. Там всегда активно велась патриотическая работа с молодежью. Например, в 2010 году был организован клуб юных моряков, а в 2016 этот проект был удостоен премии губернатора «Наше Подмосковье». Вступив в должность председателя окружного совета ветеранов, уже сейчас Борис Клюев наметил ряд важных и первоочередных задач. Главная задача, как вы слышали, это выборы. Для того, чтобы наши депутатами, с которыми мы работаем уже не первый год, это костяк наш, можно было опираться, можно их и задачи с ними решать. Ну и второе, это, конечно, ветераны. К сожалению, я повторюсь, у нас их становится очень мало, а им уже всем за 95-6. И вот сохранить внимание, опеку о них, заботу о них, ну и, конечно, достоинством проводить как положено, это наша задача будет. Также в планах продолжать вести активное взаимодействие с молодежью. Это уроки мужества и различные мероприятия, и организация встреч с ветеранами в школах. И главный акцент делать именно на ветеранов, что благодаря тому подвигу, который совершили наши ветераны, мы можем сейчас вот нормально с вами общаться, говорить. Евгения Коломей, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов, Пушкинское телевидение.